Эй ты, стой, 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 остановись, остановись, подожди, подожди. Если ты хочешь на халяву заработать алмазики, либо ты хочешь получить халявный подарок, то мой друг создал специальный канал для тебя. Ты подписываешься на его канал, и когда будет у него 100 подписчиков, он разыграет алмазы. Также он выкладывает на своем канале всякие видосики, нычки и тащерские катки. Так что, заходи на его канал, 100 подписок, и он разыграет алмазы. А это на халяву. Это не то, что у меня. Потому что у него маленькое количество подписчиков и шанс выиграть намного больше. Так что давай, дерзай. Подписывайся на его канал. И всем привет, народ, с вами здорово, я, короче, с вами я, Жабка. И сейчас 2 часа ночи, если что. И я после 24-часового стрима пилю для вас видосик. Да-да, я не пошел спать, а узнал, что можно запилить для вас видосик по обновлению. Вы так долго просили, чтобы я рассказал про тепловизор, про маскировку. Я это, если что, опубликовал у себя в группе ВКонтакте. Типа, йоу, что? Типа, выйдет тепловизор? И только спустя там полдня об этом уже все узнали. Я, естественно, мог выпустить, типа, вот этот вот скриншот, который... в anniversary.ffgarena.com. Ну типа, ну это никчемная информация. А в этом уже все узнали. Почему? Потому что, типа, все уже сошли на этот сайт. И я понял, что смысла не было делать этот видос. Но вы же зашли на мой канал, а на моем канале всегда полезная информация. И поэтому вот вам видос с геймплеем нового предмета маскировки, именно куст. Так что смотрите внимательно. И сразу говорю, ребят, я для вас очень стараюсь, поэтому, пожалуйста, 1000 лайков. 1000 лайков, и я перейду новый видосик. Спасибо. Смотрите. И что же мы узнали из данного ролика? Да, в принципе, все, что только нужно и можно было узнать. Ну, во-первых, откуда берется этот куст, где его можно найти? Только в аирдропах, как я понял, только в аирдропах. Чем он хорош? Ребят, ну, наверное, вы уже тестили. Брали женского персонажа, садились в какой-нибудь куст, который добавили в недавнейшем обновлении. Если что, вы помните, я про эти кусты говорил еще в мае месяце. Вот. И типа маскируешься и типа это действительно работало. А тут теперь это будет на вас надето, и вы будете маскироваться от противников. Это топово. И я думаю, что это будет очень полезно, но на самом деле знаете, сколько появится крыс? Много появится крыс, но есть также но. На карту я не думаю, что будет много таких маскировочных костюмов, потому что мало аирдропов, ну, не такое большое количество. И, естественно, не такое большое количество будет выпадать этих маскировочных костюмов. В принципе, это все. Единственное, что меня волнует, это если я наведусь прицелом на этот маскировочный костюм, то мне сразу отобразит, что, типа, я там чувак сидит или нет. В принципе, это все, ребят. С вас 1000 лайков, я для вас стараюсь. Всем ква, удачи вам и до скорых встреч. Следующий видосик я уже пилю. 1000 лайков.